Всем привет! Обзор на ботинки из спортмастера Caterpillar Galoche, черно-белый цвет. Ну, немножко с улицы, немного потрепанные, немножко грязные. Конечно, для обзора, наверное, не самый лучший вид, но что хочу сказать по поводу этой обуви. Осенне-зимняя обувь очень прекрасная, очень хорошая, очень стильная в первую очередь. Как говорят на сайте спортмастера, такая обувь, она приковывает взгляды людей. И это действительно так, потому что вид у них очень крутой. Над дизайном действительно постарались. Классные ботинки, очень классные. Легко стирается в обычной стиралке, не промокают, что очень редко для современной обуви. То есть вода не попадает практически, это очень хорошо. Но единственное, что я хочу о них сказать, самое важное, они маломерят. То есть если у вас 42 размер ноги, берите 42,5 или 43 даже. То есть обязательно мерьте перед покупкой эту обувь. Caterpillar. Покупал я их за 8999 рублей. Ну или как-то так. Берите, не пожалеете, но обязательно меряйте перед тем, как купить их.